Заносчив был угонщик мотоциклов, виртуоз, его не зря учили в колледже. Не спорь, бывало с ним, когда погода хуже слез и настроение такое же. Чины строптивому не указ, и гости с музыкой нипочем. Сама природа нажать на газ, велит ему чуть что не по нем. Он прерывает вальса тур, вытягивается как тетива, и, взяв партнершу за маникюр, такие ей говорит слова. Мадам, вы знаете мой серьез, и пусть даже вам захочется иметь охапку лиловых роз не позже, чем через полчаса. Я выполню, что прикажете, но если ногти свои, мадам, еще вы хоть раз намажете, ничто уже не поможет вам. Сказавши так и сделавши поклон среди колонн застывшим молодцам и девицам, выходит наш угонщик ровно вон, а выйдя он берет ближайший Харли Дэвидсон. Колодки вынув из-под колес и пломбы перерубив с плеча, чужую технику виртуоз приводит в действие без ключа. Мотор искрит, подымая в бой, подобно молниям и громам, и мчится с грохотом наш герой по всем семи городским холмам. Слетает в гору он с соколом, зигзаги чертит по гололеду огонь и холод в себе самом, смешав как реки вино и воду, несется под гору он стремглав, стучит на выбоинах чечетку, восторг и сумрак в себе смешав, как россияне вино и водку. Когда же тормозит он, чтобы выкурить косяк и приложиться ко флакончику? Из воздуха является фургон о трех осях и прицепляется к угонщику. Снаружи смотрится не весьма кибитка, так себе сорт второй, зато внутри чума не чума, но пир на 40 персон горой. Как будто конкурс на лучший тост увлек и греков, и россиян, и тосты их достигают звезд, к немалой радости марсиан. Готов к полету фургон-фуршет, но поставы не видать улова, не потому что зеленый свет, а потому что нет никакого. И рейс как будто не грузовой, кому хабы, кому слады, и до конечной от узловой, как до Москвы от Эллады. По славу губкам он штука, а трава пьется, дымится зелье, не потому что без них тоска, а потому что от них веселье. Пускай не раут, скорей дебош, ни протокола, ни фонограммы, но кавалеры изящны сплошь, и дамы тоже мечта не дамы. Лишь две не то не сё из тех, что ночью не едят и чтут порядок, как религию. Они случайно здесь и веселиться не хотят, хотят в Эльзас и Лотарингию. Скулят, а можно нам в Эльзас, нельзя-с. Не сломишь виртуоза и к шаблону не сведешь его, не зря лечили в клинике. Приехали, кричит Валин на волю, молодежь, гони прогонные полтинники. Затем, столкнув балаган с холма, он деньги счетом до 40 монет несет, зима не зима, к воротам спящего цветника. Минуя диспуты о цене, вручает сторожу, что принес, и требует: упакуйте мне вон ту охапку лиловых роз. Какой длины не задай полет, обратный кажется, что длиннее. А тут и утро уже вот-вот, и утро вечером удлиннее. Герой в седле и сухим огнем, который пепла не оставляет, еще горит ретивое в нем, но догорает и остывает. Уже куда бы ни мчал его стальной дракон со стеклянным оком, повсюду кончилось торжество и ничего, кроме черных окон. И сколь сердито бы наш пилот не думал, мы, мол, еще покажем, он не парит уже, но плывет и доплывает вполне погашен. Потом под окнами пуст и вял, дымит он зельем и пьет отраву. Дракон становится, где стоял, цветы лилово летят в канаву.